妈不知道。Не верю, не верю, не верю, как-то очень наигранно получается. Ага, да? Нихао! Все, 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 подвязывай. Все? Пришел друг тебя утешить. Давай, давай, обними ее. Успокой подругу. Нихао! Нихао! А, для тех, кто не знает или не понимает, я сейчас объясню. В Китае есть большое извращение, они вообще не наказывают детей. Они их не воспитывают. Видишь, даже ребенок уже понял, что я веду съемку. И что девочке надо побеспокоиться о том, что она сейчас станет звездой Ютуба. Вот, другая мама дала мальчику салфетку, чтобы он вытер этой бабе морду. Вот. Так вот, в Китае детей не наказывают вообще, они могут делать все, что угодно. Поэтому работать учителем в Китае детей, учителем детей, это просто настоящая пытка. Ну, короче, они входят в туалет там, где хотят, вообще, даже в метро, в магазине, где угодно. Они могут делать все, что угодно, им покупают все, что они хотят. Их не наказывают вообще, они балуются с утра до ночи. Ну и так далее. Есть миллион тому примеров. Вот, и мы видим, как сейчас она плачет и что она тут устраивает. Прямо посреди миллиона китайцев. Вокруг нас миллион людей. Боже, как я счастлив, что у меня нет детей. Короче, я полгода поработал учителем детей во Вьетнаме, мне хватило. Причем мама такая симпатичная, ее поросят, я сейчас ее маму покажу. Вот это мама. Стоит, папа ничего не делает. Она так показательно прямо перед папой рыдает. Все. Так, друзья мои, увидимся. Не плачьте, жизнь прекрасна. О, какая... Какая девочка. Так вот, жизнь прекрасна, я иду на выход, потому что ночью я не спал. Мы находимся в панда-питомнике, панда-центре в Китае. Эта подруга все-таки набрала так запасу. Неплохо так, слушай. Из нее выйдет хорошая актриса когда-нибудь. Так, тут еще есть такие гольф-кары. Я на нем уже проехался сегодня бесплатно. Блин, надо сейчас подсесть кому-то. Я пешком не шел. Короче, я наверх сюда заехал на таком гольф-каре бесплатно. Ну, так как дорога вниз идет, назад, поэтому я или пройдусь, или подъеду. Увидимся, друзья мои. Не плачьте, будьте счастливы.
Воспитывайте своих детей правильно. Пока. Всех целую. Обнимаю.